Привет, меня зовут Василина, и ты смотришь передачу «Познавака». Для начала давай разомнемся. Вставай и повторяй за мной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Размялись? Сегодня мы с тобой узнаем, что такое клетка. Чтобы понять, что такое клетка, нам достаточно взять куриное яйцо. Ты удивишься, но яйцо – это одна большая клетка. Клетка – как деталь конструктора. Из клеток состоят все живые организмы на планете Земля. А есть даже организмы, которые состоят из одной клетки. Их называют бактериями. Почему же они называются клетками? В 1665 году Роберт Гук был первым, кто посмотрел на кусочек древесины под микроскопом. И он увидел, что древесина состоит из фигур, похожих на пчелиные соты, и назвал их клетками. А что такое пчелиные соты, мы узнаем в следующей серии «Познаваки». Новые ролики «Познаваки» выходят каждую субботу. А помнишь, про что была предыдущая серия? Давай посмотрим. Жми на картинку.